Серёж, поздравляю с победой, но матч складывался не так легко, как, наверное, хотелось бы, да? Особенно первый тайм. Долго не могли забить. Ну да, самое главное с такими командами быстро забить гол, потому что потом это совсем другая игра. Если рано забьёшь гол, они открываются и сразу пространство могут. Насколько были готовы к тому, что соперник будет сегодня так плотно обороняться? Мы уже знали, что они будут закрывать центр. Надо было играть по стороне, больше скрывать дробки, подать их в середину и забить гол, чтобы... Очень долго в первом тайме мяч не мог залететь в ворота, хотя моментов было много. Что было в голове? Может, просто не фарт или еще что-то? Ну нет, просто было надо сделать. Это наша установка, которая была в раздевалке. Как играть, просто надо как играть. И... Твоя бомбардистская серия продолжается, ты доволен? Я доволен. Я надеюсь, что следующая игра. Следующая игра много значит для всех нас. Пригласи, пожалуйста, болельщиков. Ну, я бы хотел сказать, давайте приходите на стадион. Это наша домашняя игра. Мы играем с БТЭМ, и мы должны играть эту игру. Так что нам, болельщики, это поддержка, и, пожалуйста, приходите на стадион. Расскажи, как готовились на сегодняшний матч? Какие были установки? Да, обычно готовились. Главный тренер сказал, чтобы не было никакой недооценки, потому что очень хорошая команда, и сейчас никого не обыграть просто так. Вон и Торпеда это вчера показала, Смолевичи, все набирают очки, как бы все, кто... Нету, все команды примерно равные, так что сказал настраиваться, чтобы не было никакой недооценки и чтобы играли в свою игру и не подстраивались под соперника. Много моментов было в первом тайме, просто не везло. Ну да, в первом тайме тоже как преимуществом, считаю, владели, могли забивать больше. Хорошо, что очень хорошо, что забили в первом тайме гол. Если бы не забили, считаю, очень тяжелая была бы игра. А так уже стало полегче, во втором тайме лучше раскрылся, и мы довели до победы матч. Ну и, наверное, самый интересующий сейчас всех вопрос, что это было во втором тайме. Наверное, один из лучших моментов в твоей карьере. Ну, получилось, попал в девятку тут, как бы. Если бы забил менее красивый гол, тоже бы обрадовался. Главная победа команды. Как так получилось? Филипп Иванов интересуется? Пил просто поворотом, в центр мяча ударил, залетело в девятку. Расскажи, как тебе сегодняшний антураж матча, Сок Олимпийский, первый матч для нас здесь? Ну, поехал, хороший компактный стадион, зрители собрались, наших даже больше, считаю, так что поддерживали хорошо, поле, считаю, ну, хорошего качества, позволяет играть в футбол. Ну и следующий матч, это матч, который нельзя пропустить. Что ждете от антуража, вспоминая прошлогодний матч на тракторе против БТ? Не хочется особо к этому матчу говорить, будем настраиваться, будем биться. От трибун чего ждете? Ждем поддержки, как обычно, чтобы поддерживали всю игру, невзирая на счет, чтобы всю игру до конца, мы пытаемся отплатить эту хорошую игру, благодарить болельщиков. Спасибо.